такой человек, я скептик. Я прежде чем это принять, я это рассматриваю, я это вращаю, я смотрю это, как этим пользуются другие, и потом только я принимаю. Если я сам каким-то образом до этого дошел, то пока я все это в себе не переварю, я наружу не вытаскиваю. После этого же обратно идет тренер. Сразу же раз, сразу же, хотя, может быть, я могу забрать сейчас, если есть, обладаю какой-то бросковый. Здесь обратно мы выходим на какие-то вещи, работы. Отсюда работа. Багаж знаний, который я имею, он спортивный. Занимался всем. От обычной, первостепенной, стандартной, вольной спортивной борьбы. Джиу-джитсу, и дзюдо, и самбо. Ну, последнее время боевое самбо. Занимался джиу-джитсу, занимался кумите. Это боевой прикладной. Выступал одним по телу. Как бить по человеку, как выводить его из равновесия, как его, в принципе, убивать. Футболка. То есть, посмотрите, ход с линии огня, с линии атаки. То, что я уже показывал. Работа. Это или сопровождение идет, или же идет бросковая удушающая техника. Физиология, да? Психология, нейрофизиология. Здесь. Отсюда работа. Полной реальной скорости. Сразу же контроль, контроль. Еще полной реальной скорости. Еще раз. На полной скорости. Бесконтактное воздействие, реально. Вот вам бесконтакт. Вот вам бесконтакт. Руслан, 36 лет. Джиу-джитсу, и кикбоксинг, и ушу, и кунг-фу, и бокс. И, ну, последнее время это боевое самбо. Имею звание по джиу-джитсу. Интересные техники. Техники новые. Ну, интересные не только потому, что в практике можно применить. Эти техники, они основаны на жизни, просто на быте, можно сказать. Благодаря этому они легко применяются. Если есть какой-то опыт, хотя бы небольшой опыт, то это мгновенно усваивается в теле, в мозгах. Ну, а то, что не усваивается сразу, потом всплывет, естественно. Все работает на состоянии конкретно мозга. В момент контратаки он начинает уходить ударов. Я за собой проследил просто. Я начинаю закрывать глаза. Майка накидывается, это полотенце. Мгновенно идет атака на себя, и выводится человек из равновесия. Он просто, ну, затуманивание происходит. Движение очень короткое до конца, с внешней стороны в область паха. В этот момент я делаю движение, вхожу, наношу удар в область паха. Я раз, два, я тебе сразу... Тренировок я смотрел, рассматривал, как это физиологически действует. Возможно, там, ну, нет никакой энергии, ее там может и не быть. Первый принцип – сознание. Попробуй. Вконтакте. Вот я ему начинаю запрокидывать, а теперь провожу. На этой точке – глаза, горло, пах, бросок, болевой прием. Тяжелая практика. Она критическая, оно блокирует. Анализ дать этому не могу. Я не понимаю. Практика гипноза подтверждает, что воздействие на человека может быть не обязательно на тонком плане, это может быть просто на психологическом плане. Практика гипноза. Уже выходя в зале, у меня появились какие-то, ну, во время отработок, я почувствовал сначала какие-то, ну, сотрясения, так скажем, микросотрясения, которые... В принципе, можно получить от, ну, хорошего удара в челюсть или в затылок, или когда ты упал на плечо, не сгруппировавшись, и произошло сотрясение такое. Я собрался с собой, но не один раз такое происходило, поэтому как бы... А со временем я почувствовал тяжесть в левой стороне лица, потом она плавно перетекла к подбородку, и я почувствовал, что меня ударили жестко, ударили в челюсть. Вадим высказал такую мысль, что тем, как я запускаю энергию обратно, я ее в себе полностью всю прочувствовал.
я прочувствовал и видел результат. Результат сокрушения моего тела, лежащего на полу с разбитым лицом, с переломами какими-то возможными. И потом я все это собираю в кучу и возвращаю обратно. То есть произошел обмен, человек получил ровно столько, сколько он хотел дать. Его энергия, которую он вложил в свою силу, в свой удар, в свою руку, он получил ее обратно. Вечером уже, когда выйдя из зала, я расслабился, это из меня вышло, а уже, так скажу, ближе ко сну у меня появилась боль в правой стороне. То есть энергетический удар прошел с левой стороны, вошел и вышел в правую сторону. И у меня есть травма на колене, что каленным даже щипцами схватили вот эту вот рану. Я не знал, где она у меня находится. Я предполагал, биологически, где она находится. Но я почувствовал, что мне ее взяли и стали вытягивать. Ну, жгли прямо. Я прям подумал, что у меня там что-то лечение происходит какое-то. И вот левое колено у меня горело. Я потом его долго-долго тушил, поднял ногу, чтобы можно было ногу остудить. Ну, по всей видимости, все-таки эти вибрации дошли куда надо. А по поводу вот тех упражнений, которые делались, я могу сказать, ну, на физическом уровне это, конечно, очень качественные упражнения. И тело, ну вот, я сам по себе, оно сначала было зажато, как футбольный мяч натянут при накачивании, потом просто спустилось, и я сейчас чувствую себя очень замечательно. Методика интересная, система шикарная. Метод перевоплощение и проникновение.